Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете чего-нибудь свеженькое, чего-нибудь интересненькое. Не только новости, но и другая тематика. В общем, если вам нравится разношерстность видео, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну а если вы за честность автора на канале в отношении зацена танков, товаров в магазине, предложений от разработчиков и ивентов, то уж точно подписывайтесь на этот канал, потому что здесь вам никто не порекомендует потратить вам вашу голду на что-нибудь, что может потенциально вас расстроить. Я начал разбираться в теме премиализации танков в нашей игре, насколько это выгодно, невыгодно. Нахожусь в поисках какого-нибудь идеального танка из среди проходников, который выгодно премиализировать и на нем фармить себе серебрянью. Премиализовали Бабаху, премиализовали Ягу, но ни тот, ни другой не показали себя во всей красе и особой доходности тоже ребят не показали. Но я понял свою ошибку и понял, что начал копать не с той стороны. Я-то не посмотрел изначально на то, сколько они вообще фармят. И оказалось, ребят, что фармят они не так уж и много. Дело в том, что Яга имеет процент доходности 84%. Ну а Бабаха вообще имеет 77%. Это при том, что нормальный годный фармящий танк 8 уровня, ну не знаю, возьмем там в принципе, да практически кого угодно, танцует в районе 170-175% доходности. Ну то есть разницу ощущаете, 175% против 77% у Бабахи базовых. И я посмотрел ради интереса, какие машины на 8 уровне являются самыми фармящими танками в принципе среди проходников. И я был очень сильно удивлен, честно говоря, этому результату. Я не ожидал, что именно эти танки войдут в список фармеров. Ну вот, допустим, ребят, если говорить о тяжелых танках, на которых сегодня, в принципе, остановимся, то здесь, что самое интересное, в первую очередь моя мысль была какая? Ну, конечно, это какой-нибудь советский ИС-3, у него-то точно должен быть крутой процент доходности. Но нет, ребят, оказалось, что у ИСа-3 доходности, ну, я бы сказал, чуть выше плинтуса. То же самое касается и, допустим, того же самого КВ-4 и многих других машин. А вот кто действительно круто фармит, мы сейчас с вами разберемся. Для начала давайте разберемся с тем, какие самые популярные машины среди тяжелых танков на 8 уровне. Стоит отметить, что самой непопулярной машиной на 8 уровне является китайская ВЗ-110. Всего 250 игроков играло на этой машине за последнее время. Советую запомнить эту цифру как отправную точку, потому что дальше мы поднимемся чуть выше и будем говорить о советах. Я думал, советы пользуются популярностью. Но нет, ребят, всего лишь 450 игроков играло на КВ-3. Что касается ИСа 3, да, здесь картина, безусловно, получше, на нем играло целое 1355 игроков. Почему я говорил 250, запомните, потому что 255, 1350. Ну, согласитесь, разница просто колоссальная, на 1100 больше игроков. Это действительно очень круто, я думал, что на этом я остановлюсь, потому что разница существенная, но нет. Дальше я увидел, что неплохо катают на том же самом Эмиле первом, на удивление, хотя говорят, что машина не сильно интересная, но играют на ней 1660 игроков. Что самое парадоксальное, что второе место во всей этой когорте заняла морковка. Этому я действительно был удивлен, но, наверное, машина стоящая, годная, интересная, именно поэтому ее катают, а не потому что на ней зарабатывают. Ну и, скорее всего, среди проходников один из лучших 8 уровней, который только можно себе представить на сегодняшний день по сбалансированности ТТХ. Так кто же у нас занимает первое место? Ну, понятное дело, что первое место относится к немцам, и это Тигр 2. Ребят, 2883 игрока играло на данной машине. 2880 против, допустим, ИСа 3 советского, на котором играло 1355. Короче говоря, получается, в два раза больше игроков отдают предпочтение Тигру 2. Вот так вот интересно получается, и что самое интересное, что Тигр является одним из самых лучших фармеров на уровне. Его коэффициент фарма составляет, ребят, ни много ни мало 102%. Вы будете смеяться, но в то же время стоит отметить, что самый высокий процент по доходности у Корнервона, у которого процент доходности составляет 107%. Разница не так уж велика, всего лишь в 5%. Кстати, второй самой фармящей машиной вместе с Корнервоном является другой британец. Это средний танк британской веточки Центурион 1. И вот у него, ребят, тоже процент доходности 107%. Ну ладно, хватит статистики, давайте будем приближать, как я люблю говорить, майку к телу и давайте будем обсуждать все-таки героя нашего видео.
на котором играет 2880 игроков, который имеет самый крутой, ну, практически самый крутой, 101%, 102%, это существенно, 102% по доходности, остальные нервно курят в стороне. Что же касается его возможностей, я больше чем уверен, что игроки любят его за крепкую броню, за вполне себе приемлемую подвижность, за приятное, точное, хорошее орудие, которое имеет время сведения в 3,5 секунды, хороший разброс и ДПМ практически в 2500. Так что же будет с этим красавцем, если мы его с вами премиализируем? Кстати, премиализация 8 уровней, в отличие от 10-ок, позволяет вам премиализировать не только на 14 дней, но и за 13 500 премиализировать навсегда. 13 500, мне кажется, это перебор. Дело в том, что 13 500 это стоимость какого-нибудь годного набора, в котором будет, как правило, как минимум 2 восьмерки, ну и которые изначально имеют коэффициент фарма гораздо выше. Что же касается тигра второго, то его коэффициент фарма увеличивается при премиализации на 52% и таким образом будет составлять уже просто ошеломляющее 154%. Согласитесь, все равно не то же самое, что на обычных премиумных машинах. Там, где 150-160% фарма, мы даже не рассчитываем и не рассматриваем как, ну, скажем так, цель приобретения для того, чтобы зарабатывать серебро. Ну что, берем машину, премиализировали. Сейчас на секунду убедимся в том, что он у нас действительно стал премиумным. Да, вот вам, как говорится, пожалуйста. Ну и что, поехали, попытаемся серебра немножко нафармить. Ну что, ребят, поехали. Поехали, попытаемся пофармить на одном из самых фармящих фармеров среди проходников на 8 уровне. Безусловно, рано или поздно до Корнервона мои руки тоже доберутся. Почему я взялся именно за Тигра 2? Да, все просто потому, что он гораздо более популярен, нежели тот же самый Корнервон, который хоть и имеет выше процент по доходности, но находится не сильно далеко от Плинтуса в отношении количества игроков, которые играют на данной машине, и в принципе Корнервона все рассматривают не более чем как проходняк. А вот что касается Тигра 2, то многие игроки оставляют его себе в коллекции для того, чтобы потом на нем покатать чисто ради фана, чисто ради интереса. Что меня всегда раздражало в Тигре, так это его угол склонения орудия, который просто безбожно неприятен. Подстроиться нормально где-то на неровностях на нем, ну, в край сложно. С другой стороны, есть довольно неплохая броня. Наверное, из-за этого его и любят. Ну, вроде бы подобрал немножко себе позицию в отношении того, чтобы можно было и танковать, и в то же время кого-то выцеливать. Единственное, что сейчас придется сдерживать объектом, который сюда прям совсем борзо летит. И играть будем вот так вот как-то полуромбом, для того, чтобы все-таки угол склонения орудия был. Подкатывается Як-Тигр, мы здесь в меньшинстве, это, конечно, не очень хорошо. Ладно. Хоть фугасом краску поцарапаю, чисто из принципа. Ну а теперь давайте будем пытаться натанковывать. В принципе, здесь, как я понимаю, победа однозначна. Неоднозначно только то, сколько мы за эту победу вывезем. Дело в том, что пока мы для этой победы не так уж и много сделали. Так, адреналин подключаю, потом отминусуем затраты. Возьмем, прикинем плюс-минус в голове, сколько мы на это потратили, но мне почему-то кажется, что сейчас выгодность адреналина гораздо выше, нежели стоимость. Ну все, этот товарищ точно мой. Отправляем его в ангар, и теперь возникает вопрос, сколько мы успели накосить, с учетом того, что у нас практически 2500 ДПМ, а по-моему, этот ДПМ в полном объеме реализовать я не смог, хотя на Тигре втором он действительно реализуем. Машина живучая, позволяет довольно долго находиться в бою, ну и, соответственно, у вас есть гораздо больше времени, нежели на других танках, этот ДПМ реализовать именно самим процессом настрела урона. Что касается результативности, 1666, магическая странная цифра вылетела. Что касается нашей доходности, она для нас, в принципе, на первом месте, по крайней мере, в данном видео. 18470, с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт, ну, как-то, согласитесь, маловато. Пополнение снаряжения. Ну окей, хорошо, 6300, не так уж и много, но все равно, ребят, все равно до фармера не дотягиваем. 7400 чистого дохода.
Ладно, давайте возьмем еще раз, попробуем заехать. Может, в этом бою получится больше урона накосить. Ну что, ребят, поехали. Давайте попытаемся затестить еще раз. Не сильно удачный был предыдущий бой. Здесь карта немножко поровнее, это уже хорошо. Что касается того, что я не смогу попробовать в этом бою, я не смогу попробовать поехать на тигре на линию средних и легких танков. Мне кажется, что там наносить урон гораздо проще, ну и, соответственно, фарм был бы немножечко повыше. Но, как есть, так есть. Карту не выбираем. Куда забросило, туда забросило. Попытаемся здесь отыграть. Подловил меня Скорб. Накинул мне урона в бортину. Слишком я довернулся. Маловат разовый урон все-таки у тигра второго. Хотелось бы немножко побольше. Ну, с другой стороны, время перезарядки вполне себе даже терпимо приятное. Так, одного вынесли, уже хорошо. Сейчас, глядишь, я тигра первого доберу. Так, поехали немножко наглеть будем. Скорпиончик, показывайся. Где ты там катаешься? Сильно далеко, да? Так, опять скорпион, зараза. Ремкаться не буду принципиально, не хочу серебрянди тратить. Ну, просто для того, чтобы можно было более просто заценить сам фарм. Как я ему гусеницу кританул сейчас, блин? Каким нафиг образом? Так. Отваливаем. Нет, ребят. Все-таки будем ремкаться, потому что я так чувствую, мы еще и бой можем слить. Так, где там скорпион у нас остался? Скорб меня точно не доберет, это однозначно. У него хоть альфа и классная, но навряд ли его хватит для того, чтобы меня прям с одного выстрела вынести. Ну а мне, в принципе, по нему надо сделать всего один. Ну и остался один соперник, который благополучно точку С захватывает, но что-то мне подсказывает, что его это не сильно спасет. В данном бою получилось немножко поинтереснее. Сделали три фрага, мне почему-то так вот по ощущениям, что мы смогли и урона побольше набросать. Глядишь, если сейчас успеем, еще один шот какой-то дадим по оставшемуся соперникам. Ну а если нет, так нет. Будем считать тогда по тому, что мы уже, в принципе, получили. Не успел Астрон Рекс приехать ко мне, чтобы этот урон накинул я, а не мой союзник. Ну ладно, бог с ним, давайте смотреть теперь на результаты в отношении того, сколько мы настреляли. Ну и, в принципе, насколько наша успешность в данном бою повлияла на наш заработок. Насколько круто на премиализированном тигре втором фармить серебрянью. 3255 урона. Ну, согласитесь, гораздо интереснее цифра для зацена. Не буду смотреть, что это в разрезе команды, но 42300. Больше, безусловно, больше, чем в предыдущем бою. При этом всем стоит отметить, что это с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт. И это, согласитесь, довольно-таки существенный вклад. Если бы его не было, то было бы 25700. И при этом всем, ребят, в любом случае придется попользоваться снарягой, вставить амуницию, ну, для того, чтобы можно было дополнительно себе там, скажем так, добавлять возможности к победе, ну и, соответственно, к заработку. Что касается вердикта, ну, в целом, если сравнивать, допустим, с Бабахой и с Ягой, то, безусловно, гораздо лучше. Вопрос только заключается в том, что премиализация данной машины мне обошлась в 2300, если я правильно помню, или сколько там, 2600. Ну, короче, можно отмотать назад да посмотреть. Честно говоря, не запоминал.
При этом всем, ребят, стоит отметить, что полная премиализация в 13,5 тысяч это действительно очень дорого. Сейчас посмотрим, сколько премиализация Тигра обошлась, потому что восьмерки премиализируются все за одни и те же деньги. 2300, да. И 13,5 за полную премиализацию, то есть за премиализацию данной тачки, скажем так, на все года, на все возможности. Пропала тачка, потому что стала премиумной. В общем, ребят, 13,5 и платить за премиализацию Тигра 2, безусловно, смысла никакого нет. Но мне почему-то кажется, что Тигр 2 будет одним из первых, кого будут премиализировать игроки, в случае, если разработчики все-таки подумают над тем, чтобы снизить цену на данную услугу. Ну и, в принципе, сама услуга, мне кажется, не затребована на сегодня абсолютно. Пишите в комментариях, сколько тачек вы премиализировали, видите ли вы в этом смысл и как вам результат Тигра по сравнению с результатом Яги и Бабахи. На всякий случай, ссылки на Ягу и на Бабаху в премиумном состоянии я выложил вот там вот внизу в описании. Побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.